Тюменская область входит в топ-5 регионов по объемам ввода жилья. Об этом написал Александр Мор в своем телеграм-канале в дни форума. Только в 2022 году в области ввели в эксплуатацию около 2,3 миллиона квадратных метров жилья. И этот показатель для нас стал рекордным. Строительная отрасль остается драйвером развития региональной экономики, отметил губернатор. Высокие темпы строительства удается удерживать благодаря конструктивным отношениям между властью и застройщиками. Появляются не просто многоэтажки, а целые микрорайоны. Активно строят и социальные объекты. Это дорожные развязки, медучреждения, детские сады и школы. Из последнего в январе открыли школу в ЖК Новопатрушево. С новосельем ребят, родителей и педагогов тогда приехал поздравить и Александр Мор. Школа современная, светлая, школа открытий, школа, в которой у вас будет возможность не только познавать науки, учиться, но и возможности для дополнительного творческого развития, для занятия спортом и очень много возможностей просто для общения друг с другом.